скорости недостаточно. Я думаю, что за пиздец у меня в наушниках настало это, блядь. Транс, можешь ослабиться. Только, походу, я лайв включу. Кого сум, плюс? А когда я остальных покидываю? Сильному локу кинь. Все, поехали. Чернобир остальное, что спать хочу. Терпите. Это в смысле. Поярежись, Савру, поставьте. Чего? Бля, я в ПВП спеки шмоты. Сука. В ВВК тоже ты был в ПВП шмоте, надеюсь. Нет. Если бы я в ПВП шмоте был, вы бы хуй бабру срывали. Иди пока вози популярен, сейчас впереди нас респект. Дрейнер. Я тебе что это? Что на списке? А что тебе пишу, ты не отвечаешь? Гаснай, это самое, кинь, пожалуйста, просто баф на хп. Я тебе в личку пишу, спрашиваю, какие тебе куски Т4 надо. А, все, ты да, заебись. Так, у нас по Т4 у паладинов, кому какие куски надо? Успеющие. Опсик, у тебя одна шмотка осталась, да, ты говорил? Где мне дайте кусок, блядь. А, Т4, тогда окей. Так, мы все почистили уже? Да.
Абдулай, не спи. Ты на хулипала хочешь порошок? Бля. Ну, посмотрим. Я бафую каски. Я в курсе палки, мэн. Тебе единственный кусок остался, да? Хорошо. Столик ставлю. Ставь стол. Открывай стол. Хорошо, секс роль посередине сделаю. Ставлю. Да, у нас секси в разные пати кинь. Он тоже двор черный железо. Я поставил рыбку вешать. Ага. Так, убрали сюда. Так, мне локов надо апнуть. У нас там есть дворфы. Так, там ридар, я вижу, есть. Дрейнеры кинь. На пол. А каски по друидам он есть. Так, по этим самым, по сбиванию кузубов, я на квадратике. Так, желающие. Дрич, давай ты на череп. Рокс, Луна. Крест. Давай, короче, Одифюри. Крестик замёшь сюда. И трусы замёт у нас Гаснип. Магия интеллект. Сейчас вижу, есть. Что нет. Какой-нибудь РДДшник нужно желать. Давай, наверное, карась лучше нажимаешь, что ты. Трусы. Не, фейк дамаж будешь, у тебя РД зона, ну, нормальный апп там будет. Так, чинопол. Я кого прохиливаю? Ну, ты меня хиль тогда. Я на квадратике и луну прохиливаешь. Карася захотаешь, дыща захотает абсорбит, и там, не знаю, крестик кто-нибудь подхилится. Идеально побегаешь тогда тоже по платформам, там, похотаешь людей. Абдулай готов? А кто на Луне стоит? На Луне стоит у нас миль какой-то. На Роксе. Угу, все, я забыл. Все, все готовы. Любим пул. 5, 4, 3, 2, 1. Что за ниндзя пул, блядь? А пул у меня сделали, роги. Косты там, поразбивайте милики, займите, пожалуйста, мобов. Я квадратик сбивал. Хорошо. Это... Я трусом. УДК, будем уже вызывать хрипаты, хрипаты, которые... Вы умрете. Я на крестик сел. УДК, милики, поприте за самое, угрипайте, либо таунсите там, вся мелизона убивает. Давайте быстрее мобов этих. Так, роги будут вроде бы на пул, давайте тогда, когда кубы нажимать будут, я буду не бить босса, потому что буду кубик тыкать. Я на квадратике, если что.
акулы сразу, дайте мне. Все прижимки ставьте под кубы и под это самое. Можете по кубам снять шманы для тебя. Шман Геро, Женя. Жаль. Держим. На пулы. Вам встали. Я пока не могу прочитать это заклинание. Жаль. Второго рога не вижу на пул. Пару чуть-чуть поближе подойди к боссу ко мне, чтобы я тебя взял куда. Все есть. Паладина, отдайте третью ауру, пожалуйста. Порошочек дай Сальву по кару. Забери. Отдам. Угу, спасибо. Вам встали. Нажали. То на кубах, подойдите ко мне, я вам крикну на хп. Вам стали 15 секунд. Сейчас, возможно, откидывание будет. Потом сразу кубы смотрю. Внимательно будьте. Там немножко сбьется, бьется. Да, откидывание. Нажали.
Это кто там чуть не заслакал? Рокси, ты что ли? Да не, нормально. Самый последний кубик нажал. Наливайте. Самый первый. Ну, красиво. Если бы не успел бы, блин, вчал бы на себя. Все, летим сразу на следующую боссу. ГЦ Локо. Где Алина? Просто не прощает приором. Так. Я не ошибаюсь, Рокси 35, да? Да, стой. Это, отдай лучше секси троллинг, он собирается играть на реплике, а я на Навара пойду играть. Ну, в смысле, мы не пойду. Еще. Что-то это. Ты воином решил остаться? Да, ну, блин, репликов много. Сейчас еще один придет, парень. Ну, смысл, а фуриков мало. Кто придет? А, ну, Рожа придет скоро. Кто? Рос, блядь, ты уже забыл. А. А хули Рос это сам, он в Чехии работает, где он там работает. Так он в декабре, в начале декабря приедет. Ну, приедет месяц, поиграет, уедет, так что. Успеется еще. Хилы. Блять, там у входа ТТГшники стоят. Да нормально. ТТГшники опять стоят? А залупать, залупать стоит. А, зайдите Винс обратно, сейчас выйдем. Бля, я уже делаюсь. А мы их уже отпиздили почти. А, отпиздили, тогда нормально. Тогда выходим, добиваем. Добивайте тогда их, ёбков этих. Там шаман на Эворе есть там? Надеюсь, сидит трупов потом. Я потом сяду и жопой на лицо. Так, это, я понимаю, на офспек дранер, да? Ну, типа да. Ну, типа, что давай Сершаму делают. Хилов убейте. Убейте этого, блядь, хили валят. Так, дрищ у нас мейн, как бы. А давай дрищ, мы, в принципе, похуй. Подожди. Дрищ, ты будешь играть с ДСшкой вообще? Блядь, вам обоим поебать. Все, значит, дрищу по мейну, да и по правилам. Закатрой шипешку. Красавчики. Да, пиздец, мы пиздец троих, блядь, в десятером. Полчаса, блядь. Все равно молодцы убили. Топо убит, погибли, получается. Охотник, ДК, Мак, Чернокнижник. Фейков. Тут без этих самых. У тебя хрипатый четвертый кусок это будет. Все, я понял. Даю без оговорочного. Мейн челик, мейн состав приходит на каждый ЖТ, поэтому ГЦ. Теперь у него праздник. Сейчас хрипатый, чтобы потом налил мне потом, понял? Четвертый кусок получит, сейчас ты ему скинул, и это... Больше ходить не буду. Да нет, это даже не волонир. Колечко там, не знаю, там... Вроде адекватное. Да, кольца хорошие там. Там кольца хорошие, рядом. Секси тур. На чё там кольца? Там ну, если на РДД, то вот такое. Блять, сейчас. Все равно секси тролль забрал, сейчас он начислил нормально. Оптик скидывает он. Хорошее кольцо, очень хорошее. Ну, на кастера бы сходил бы. На халипау тоже хорошее колечко. Кстати, не знаю, что ты не забыл. У меня есть оно. Мне не нужно. Оптикс, у тебя на халипау есть кольцо? Все, до сумани. Вы там убили этих, да, ДГшников? Да. Одевай. Оптикс, одевай халипау, мы не им.
Что я сейчас хули пал один. Ну чё, у нас Next ты тут? Да. Next. Да-да, я тут, конечно. Ты ж будешь хапалом играть, когда ремонт закончишь? Конечно. А? Вообще собирался, да, конечно. Холи пал мне нравится. Дал-дал, ушел. А ты не тому грудь отдал? В смысле не тому? ГП начислил тому. Оптикс. Сейчас. Не, я дал. Гопку я снял ГП и накинул. Я нечаянно ему 6 ГП сдал. Потому что 150. Ну, конечно, правильно. Обычная шмотка, все 150 ГП. Ну, посмотри, гильдейский чат. Вот 150 ГБ секси тролль. А, подожди, что, секси тролль хотел забрать, да, кольцо или кто там? Да. Голову. Да. Голову секси тролль, да? На теледома. А, блядь, все, сорян, сейчас я прикину ГПшки. Идеально, отдай мне тогда вуанир и играй на комп. Это самый водик. Потанчи, я пока сейчас ГПшки разберусь по-быстрому. Сейчас забьем этого моба. Войт, а у тебя там 10 персонажей. Так, значит... Значит, получается, я тебе должен с оптик накинуть 6 ГП. Всё. И 150. А голову хоть себе сексу роли дал? Напиши в гильдейский чат, пока не вреет. Да, да, ты мне отдал голову. Ну чё, Вов, бро, помолимся на травяшку. Да выбьет, чека не падает. А топор вам нужен стать кому-нибудь с этого сгрула? Я на ПВП себе забрал, да. А, сестрой надо, окей. Ну там РПБшный, блин, не знаю зачем это. Не РПБшный. Ну, на рыбликах нет пух нормальных. Ребахните, пожалуйста, и рыбы. А ты умирал, что ли? Ну, я ж в ПВП дрались. И что, рыба спала? Да меня убили, блин. Рыбу я поставил. Последнюю, у меня больше нет. Так, ну что тогда, давай. Короче, я двоих подержу. А пул делайте в крест. Ой, череп. Так. Геру даем с пулу. Пал, так, зубы у нас есть, если что, зубы дашь с пулу, Никита. Я скажу, когда. Тебя? Да, меня. Вот на троих заберешь левых. Без напула, так что смотри внимательнее. Че на пул? Если я двоих правых проще сделать. Дайте кулак порогу, пожалуйста. Не по друидам. Все готово. Ты череп танчишь? Я, да, двоих, на меня на пол. Абдулла и Клишни. Я каплю первую отдам. Сейчас все делайте по команде. Сейчас зубы у меня вылетят, потом капли, буду называть ники. Капли готовьте меня в Бьерна. Все готово. Добавим пул кучу. Не обоссетесь только. 4, 3, 2, 1. Никита, зубы. Гера. Вижу, пошла. Отдал свою прожимку. Готовьте локи контроля с моба. Рокси, ты сам каплю. Прожмись только сам. Рокси, каплю. Сейчас. Быстрее, блядь. Кинул? Не кидается. Все, хуйня. Я отдал. Все. Все, больше не надо как-то. Чика, залей мне, Инр. Порошочек? Похоли пал, да, порошочек. Никита, можешь дать гимноману. Попал, обнови щиток, пожалуйста, свой. Дал.
Бля, диспель титовцу ют. А, диспельцы. Чё, как ни странно, это физическая овца, которая не диспелится. Очень странная овца. Сейчас бы мою вару сюда с X2. Ох, блядь. А, я сейчас позабираю себя. Уводи короля, я затамчу бомбик. Так, милики, давайте сейчас немножко переместимся сюда. У вас не слетали. Можете ебалом стать. Ой, жопой. Ксеночка. Застрял. А чё тут Абдулай, ты ничего не дамажишь? Вагонница сюда пришел вообще? 4-5 КДПС. Вот еще какой-то 5-6 КДПС, это что вообще? Он писал, что отойдет. Да, все понял. Кусавчики, блин. Лишний 5-4 КДПС, да, что у тебя за проблема? Блять, вы танка, сука, передавать не можете. Чики 7-6. Ну, еще нормально. Так, это сломано. Коты, да, кстати, по-моему. Пиздец просто. Нахуй, ты вроде бы нормально дамажит. Не. У них что-то понерфили прям вообще дико. То есть я помню, ну, наглая рожа прям врывался там по ДПСу. А вот знамение, ну, за знамение ясности у них не прокают. А сейчас не прокают. 2-3 раза. Вы писали там, жаловались на форуме там? Еще. Есть там уже другие гильдии светятся, да, есть там, короче, видосы даже там, все прочее. Просто что характерно, знаешь, типа на сове это нормально прокует, прям часто по накатению. Ну, снизили и поломали котов. Кто знает мага под ником Папулик? Я знаю. Нормальный раньше, маг? Раньше в нашей гильдии был. Нормальный маг? Ну, дамажит нормально, но частенько не ходил на РТ. Гильдия просто просится. Ну так он нормально дамажит. Но я потом он ливнул, правда, я не знаю почему, и в какую-то вообще на ноунейм гильдию ушел. Ну как Карнез, ну, можно сказать так. Ну, ну первый раз терный дважды. А Суза будет сегодня, нет? Если касательно как он будет ходить на РТ, этот Папулик, то ну... такое. То есть у нас в гильдии были десятки, да, мы ходили постоянно. Он не ходил вообще. Звёл. Заебал он фильм. Но он любит тебя. Кого фиряет, того и любит. Значит, чепуха. Ну, лишнее это. Лишь бы не шотал шаржа, блядь. Ну нет, не сегодня. Зато зато. Блять, ёбаные вары, жрицы друиды. Ой, я чё, заебись. Пояс хороший. Драни, у тебя пока чуждо ничего нету? Такого нету. Аналога нету никаких, да? Не ссыл. Ссыл, чё понял. Фейка 20, так, значит, драйнер даю.
Фейк, а где твой приор на магию, я не понял? Так я постоянно на Эрдруе. Всё, понял. Как крик души прозвучал. Да, она хочет на маге, да, может, его на друиды, на друиды. Наруч. Расмус не прощает просто. Говорит, сюда. КЦ Расмус. Спасибо. За то, что Поповский залью там. Чикабун, ты на мейнспик, да? А, ты же 300 пит раздать еще же. Идеально. Отдай Вованир. Давай обмен. А было танк есть у тебя? Максимально хуёвый. Ну, чтоб ты игру набивал перед кошками, босса я буду держать. Или в дефюре ты, ну, поддержишь игру нормально. Ну, вторым пауэром смажешь. Первым, ну, я тоже вторым не смогу нормально быть, поэтому давай тогда в сову отбивай. Такая спекайся в танка, будешь убивать агро. А подожди, я тебя наебал, у меня спека нету, я от гибриды сделал. Блять. Ой, блять, это стоп, за 7 миллионов нахуй будет лежать, что я скажу. Ну, потому что я в 3 агро не смогу, у нас только 2 уроги с 30-секундным этим самым кдшкой. Я тогда с двумя хантами, с двумя рогами еле-еле второе место держал, а тут еще на два рога. Посидите на втором жреце кто-нибудь, позбивайте косты, у которого 900 ты. О, отлично. Я косту мне сразу еще дали. Бля, залезь этих нахрен пистов, потом этого громилу бить. Так. Ну, короче, давай тогда попробуем. Так, не бейте пока Мелизона, секунд 10, там, не знаю, 5 секунд. После откидывания первого дадим герою. Так, вот у нас Клешня добегает. Клешня, ты тут? Да, я уже. Алло, кто да, там? Я уже тут. Давай, кто там быстрее. Каску бафает? Бафните каску по павам, по нам. Да и по ДК можно. По окам я только что дал каску. Ну посмотри внимательно. А какого итм левела, кстати, этот папулик? Фейка, ты где? Я баф могу. На пол. На кого первый на пол? На Вольта? Нет, давай, наверное, на меня. Только не с пула. Секунд 5, подождите. Вольт пошел. Давайте на меня на пулу. Блять, на Вольта на пол. Следующий дадите.
Ой, станешь завал, там наберешь разу. Прошочек, продай сальво. Сразу же. Вы умрете. Кару скинь агро. Я пока немножко пристопну. Войд пусть уберет. На Войда на пулу дали. Трое рога. Дуат, блядь, один на пулу. Войда давай быстрее. Все, норм. Следующий на пол у меня пока, да. Не буду когда. Чтобы была була, блять. Была бы голова на месте, была бы вообще идеальный игрок. А так еще может психануть. Да, була. Так, еще опять срываю. Ну на меня не напуливайте, на Войда напуливайте сейчас. Ой, сказал, пока дымите. Блять, все, сори, сори, сори. Войд, плохо работаешь. Давай срывай быстрее. Сейчас на Войда напулю обновите. Хотя, в принципе, там ты большой, нормально, в принципе, еще не сыграл. Ну, на Войда на пульте все-таки. Он Войд, смотри, там в мире зоне. А, нет, нет. Все, сейчас следующий на пул у меня давай себе. Никита, что, на какой ты фильм идешь? Что говоришь? На какой фильм пойдешь? Марвелский там какой-то новый. Вечные. Веном 2, что ли? Вечные. А кто пойдет на Обитель зла, вот новый Raccoon City? Это что? А когда он будет? 2 декабря. Ну там по аналоги игры, кто играл на Sony PlayStation, там в Обитель зла 2 Resident Evil. По второй? Да, там где в полицейском участке всякого не было. А это по которому был уже ремейк вот недавно совсем. Да. Я тоже сходить хочу. Ну, 2 декабря пойду. 2 декабря. Что у нас за день? О, четверг, кстати, РТ не был 2 декабря, так что. А если пятница была бы? И пока не было? Да. Не, ну может быть там Дон бы пошел бы, ну не любители этого фильма остались бы тут. Я очень хочу сходить на этот фильм. Таких девушек. Я пошел бы, если по 3 части вышел, да. Рейд в кинотеатр. ЕП будет, нет? А сейчас это же, QR-код требует еще. У нас все пиздец. У нас нет, у нас отменили еще. Не, у нас никуда уже без интернета. Я сегодня решил заехать в KFC покушать. После работы, блядь, и после. Чё там требует? QR-код, то, что ты от коронавируса привит. А ты где у вас? В России? Да, в России. А новости не слушали, не? Парнишка хотел зайти в торговый центр, чтобы вакцину сделать. Такого не пустили без QR-кода, блядь. А, ну, откуда я? Ну, блядь, ебаный. Через жопу. Блядь, это только наша, походу, единственная страна, которая, блядь, говорит, хуй забейте на этот коронавирус, ничего нету. Ты где-то в Беларуси? Ну. А, может там этот рынок говёный. О.
Чика, сможешь залить мана Хапау? Ты типа какое-то время... Да, 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 ты далеко. За маской не пускали, без маски. Скоро на работу без денег пускать не будет. Ну да. Ничего не удивляюсь. Штаны дайте, потому что... Нет, штаны лучше мне. Блин, у меня улетело. Да ёбаный охота, блядь. Фей, фей. Ох, мой аксессуар упал. Ты бы его не забрал бы. А вдруг? Он все равно никому не нужен. Да, ну. Соберу себе на ПВП тогда. Давайте.